Здравствуйте, рады мои. Это мне рад, тоже здравствуйте. Вот я тут гусей там в загончике держу, они мне тут траву-то щиплют. Я показывал уже. Я заметил, что вот эта трава, рады мои, вот такая вот трава. Вот такая вот. Вот такая трава, она сочная такая трава. Вот. Это странная трава, ее не едят. Я что-то удивился, думаю, что тут не едят эту траву. Начал пробовать давать эту траву, рады мои. Курицам нарубил, свиньям дал. Никто, рады мои, эту траву не ест. Вот она такая вот. Интересно. Сочный, мясистый стебель, рады мои. Запад такой интересный у него. Вот. Она сочная такая. Влажная, вот она. Трава растет. Вот более-менее взрослая уже. Видите, вот. Сточки вот такие вот появились. И вот траву, рады мои, я раньше-то не видел. Я вот спрашивал у знакомых, тут женщины две. Я говорю, раньше видел такую траву, им показывал. А эта трава-то, рады мои, не заметить ее, оказывается, невозможно. Раньше ее тоже не видел, вот только в этом году видел. Сейчас покажу, рады мои, какого она размера вырастает. Это, не побоюсь слова, падла, блин. Несъедобно, потому что никто ее не ест. Вот она тут. Вот она растет. Вот она. Сейчас покажу, какое роста вырастает эта странность. Вот, рады мои, растет, например, вот он. Например, метр. Вот они, возле забора кучка. Тоже метр, блин. Вот. Ну, примерно. Вот, рады мои, посмотрите. Почти забор ростом. Не заметить их невозможно, этого сорняка. Вот растет. Видите, вот начинает еще. Это еще не вырос, рады мои. Вот он. Два штуки, красавчики, блин, видите. Вот. Это где-то 1,70 м вот это вот сейчас, 1,80 м вот так вот. Нет, ниже меня, 1,70 м он. Вот этот вот. Я эту женщину, говорю, двум женщинам показал. Пальцем ткнул на это растение. Они шары выпучили, мы такое не видели. Не замечают люди, внимание не обращают, рады мои. А вот теперь, смотри, подходим, смотрите, вот они. Растут, рады мои. Вот, а теперь смотрите. Сейчас переключу и посмотри, какой она высотой, рады мои. Вот. Видите? Больше 2 метра, рады мои. Это 100%, рады мои. Не заметите? Вот еще одна. То есть, тут вообще это громадина, блин. Вот. Вот это. Вот это. Давайте я попрыгаю. Подпрыгиваю, что-то не на коленях стою. Понимаете? Эта тварь такая. Я так говорю, не заметить вот эту сволочь. Это получается ядовитая, несъедобная. Вот такие вот трава, вот такие листья у ней странные, сочные. А это когда же осенью будут дудки. Это же, это сейчас она свежая пока, мягкая. Это же будут деревья такие стоять. Ёшкин кот, то там-то еще лучше. Ну там, блин, все в болоте, мне тут что-то, смотрите, кто-то проехал. Вода. Вот вода. Ну вон растет. Дерево растет, блин. Короче, рады мои. Еще что сейчас еще покажу. Сейчас еще тоже. Оно же не везде растет. Оно как те червяки. Как, вот получается оттуда идут. Вот, оттуда вот идут. А тут сейчас покажу, я рады мои. Вот здесь, вот 2-3. Вот, вот они, 2-3. Там нету, там нету. Вон там я видел, есть, дофига. Получается, вот там нету. И как бы отсюда идут. И вот, вот так вот, вот, вот они идут ко мне. Вот это мой участок. И вот там, там тоже их нету. Понимаете, как бы оттуда приближаются. Понимаете, рады мои? Я думаю, вот такой сорняк, ядовитая тварь какая-то, растет. Не было его раньше.
появилась. Я говорю, вот люди, я вот эти дудки, деревья, осенью будут, знаете, зимой будут они торчать из снега, это же двухметровые падлы. Мы бы заметили, никто не видел. У нас растут такие, как вы. Вот, вот, вот это вот, вот это вот такая вот растет, какая-то, вот такая вот растет палки. Это нормально. Че, где тут еще? Ну, примерно. Такие вот. Ну, чтобы такая вот, когда странная, рады мои. У нас такого не было растений. Поэтому, я говорю, я вот удивлен. Ну все, дралики, не дралики, как их уничтожать надо? Это все растет скоро все это. Дерьмом будем. Я думаю, вот эти вот, как чебурашек завезли, так это все пришлые, приезжают, зарубежные вот эти все эти, как бы сказать, со шмотками, с своими чемоданами. Как есть такая легенда-то, подорожник, как появился подорожник-то? Вдоль дорог, чтобы люди ездили и семена разбрасывали. Ну, их цеплялись колесами, там все остальное. Также здесь ботву. Семена это привезли случайно кто-то. Ну все, ладно, нравится, не нравится, пишите отзывы, до свидания, родные.